11 мая в 19:00 в доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоится благотворительный концерт легендарного оркестра «Виртуозы Москвы». Ведущая вечера – народная артистка Российской Федерации Ильза Лиепа. Событие будет посвящено знаменательной дате – 165-летию со дня рождения великого князя Сергея Александровича, супруга великой княгини Елизаветы Федоровны. Гости вечера узнают много интересных фактов о его жизни в качестве генерал-губернатора Москвы и одного из членов императорского дома Романовых. После концерта зрителей будет ждать ярмарка уникальных изделий, выполненных в духе начала 20 века. Керамика, вышивка, платки, свечи, шоколад ручной работы, а также книжная ярмарка партнеров концерта издательства «Никея».